совсем растяжку потеряла. Гадь, не расстраивайся, я тебе помогу сейчас. Нет, Макс. Только давай тянемся, тянемся. Ай, Макс, больно. Ну вот, видишь, зато почти села на шпагат. Макс, я тебя убью. Как мне теперь встать? Ты не вставай, посиди немного, может, сейчас растянутся, и все придет в норму. Макс, ну кто тебя просил? Ай, как больно. Ну вот, видишь, все получилось. Если что, обращайся. Сейчас я обращусь, сейчас у меня нога пройдет. И обращусь к тебе обязательно. Желательно тебе убежать подальше, но это не поможет. Я тебя все равно догоню, понял? Помогатор тоже мне. Мешок уже полный. Нужно второй брать. Дети, я не помню, чья очередь выносить мусор сегодня? Я помню, сегодня очередь Кати. Катя, иди неси мусор. А я не могу, у меня ноги болят. Между прочим, из-за Макса. Он пусть и выносит. Что у вас опять произошло, а? Да ничего, мам, сейчас у нее все пройдет. Она просто это, растяжку делала. Говорит, ой, дальше не могу. Я ей помог, а она на меня накричала еще. Помог? Он мне мышцы растянул, я ходить не могу. Помог, говоришь? Ну вот теперь помоги сестре и вынеси за нее мусор. А может, мусор подождет, пока у Кати все пройдет, и она сама его вынесет, а? Когда это произойдет, мусор начнет ужасно вонять, и над ним будут летать мухи. Ладно, пошел выносить. Но в следующий раз 2 дня подряд у тебя, Кать, поняла? Потому что я уже 2 дня подряд выношу. Ой, не знаю, Макс, пройдет ли у меня до завтра нога. Здравствуйте, давно не виделись, со вчера. Я уже на эту помойку чаще хожу, чем гулять. Нужно найти кнопочку, где тебя выключить можно. Пока ты мне не надоела еще. Фу, наконец-то она помолчит. Ха-ха, и кто ее выкинул, интересно? Ну-ка, чистенько, как новая, возьму-ка я тебя домой. Вот не зря сегодня на помойку сходил. Во, какое чудо, нашел. Какой же ты птенчик, огромный. Ничего, в лес. Ну-ка, давай тебя включим и поиграемся немного. Ну что, малыш, как дела? Ты что, попугай? Нет, ты попугай. Ты попугай. Ты попугай. Нет, ты попугай. Ты попугай. А? Сдаешься? Макс, ты чего тут смеешься? Это кто? Что это за лохматое чудовище? Почему она за мной повторяет? Даник, не бойся его! Это игрушка-повторюшка! Игрушка? Ай! Повторюшка! А где ты ее взял? Даник, да не спрашивай, на помойке нашел! На помойке? Фу, он же грязный! Ты грязный! Че он со мной дразнится? Даник, да не дразнится. Повторяет. Смотри, Катя козявка. Макс молодец. А Даник бояка. Не бояка я. Это кто это там у нас козявка? Кто сказал, что Катя козявка? Макс, это кто? Что это за чудище? И почему она за мной повторяет? А ну тихо! Ты тихо! Катя, это игрушка-повторюшка? А, понятно!
нашел. На помойке нашел, Кать. Фу, Макс, а я ее трогала. Она же грязная и блохастая. Чего она не грязная? Не нравится, то и уходите отсюда, а я с ней поиграю. Катя, что у вас там? Да Макс с помойки игрушку-повторюшку притащил. Вот сидят, играются. Покажите мне с помойки игрушку. Прикольно. Макс, козявка. Чего она сказала? По-моему, она сказала, что ты козявка. Я пойду маме расскажу, что ты с помойки игрушку принес. Чистая она, ну что вы? Не нравится? Не ходите ко мне. Фу, пойду руки помою. Эх, ну что, утенок, давай завтра с тобой поиграю, раз сегодня всем не нравится. Завтра все расползутся гулять. Я тебя и включу, ладно? Давай, не обижайся. Дети, собирайтесь спать. Ой, что-то никак не спится сегодня. Пойду водички попью. По-моему, кто-то разговаривает. Нет, Катя спит. Ой, Дианка тоже. Так кто же здесь говорит? Может, показалось? Нет, по-моему, кто-то даже за мной повторяет. Это что, сон? Срочно нужно попить воды. Вроде замолкло. Ой, нет. Какой кошмар. Что же это происходит? Макс и Даник тоже спят. А это еще кто? Что это за дергунчик такой? Почему ты повторяешь за мной? А Даник с Максом спят, как убитые. Макс, что это за чудо чудесное? Я чуть с ума не сошла, кто-то в доме разговаривает и разговаривает, еще и за мной повторяет. А, мам, что случилось? Уже утро, что ли? Да нет, ночь ночная, а это чудовище желтое со мной разговаривает. А, повторюшка! Ну я же его выключил. Странно. По-моему, так выключено. Почему он стал снова разговаривать? Мам, я не знаю. Откуда ты ее взял? У нас не было такого чуда. Да я это, мам, мусор, помнишь, вчера выносил? Ну там у помойки стояла, я ее и взял. С ума что ли сошел? С помойки домой что-то таскать. Ее, наверное, потому и выкинули, что она сломанная. Что-то я включил, что выключил, она все равно будет повторять. Я встала водички попить, а тут такое на весь дом. Кричит да повторяет. Никак не могла понять, что это такое. Ты что хочешь, чтобы мама посидела побыстрее, что ли? Мам, да не, я хотел просто поиграть. У нас не было такой повторюшки. Это прикольное. Чего опять-то включилось? Я ж тебя выключил. Точно, сломанная. Вот-вот, то ее и выкинули, чтобы она народ ночами не пугала. Давай, вытаскивай батарейки, чтобы она больше не кричала. Я спать, и чтоб завтра этого чуда здесь не было. Ладно, мам, согласен, договорились. Эх, прикольно было с тобой провести денек. И ночь, повторюшка. Ну, придется завтра с тобой расстаться. А вы, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Дринелка ТВ и смотрите новые, самые интересные серии. Пока-пока!